так скажу. Да. Ну вот я же достаточно уже прожил лет, да? Угу. В этом году у меня юбилей, 55. Ничего более важного, чем моя семья, я для себя не нашел. Угу. Да, я как-то помню ваше заявление, что вы там готовы буквально порвать за сына и за дочь. Поэтому я пожелаю, чтобы вам не пришлось никого рвать, чтобы люди вообще меньше рвали друг друга, а больше смотрели хорошее кино. Чтобы меня никто не порвал. А вот это тоже важно. Я бы вас порвал бы, но не в формате нашей сегодняшней беседы. Я думаю, может быть, когда-нибудь представится возможность. Хорошо. Всего хорошего. Всего хорошего.